Всем привет! Короче, у очередной видеокамеры обнаружилась проблема с крутилками. Короче, очень плохо передвигается. Вот по меню практически не передвигается. Клик работает. То есть колесо еще ведь нажимается, клик очень хорошо работает, но крутилка практически не реагирует. Значит, очередное видео из серии крутилки. Сейчас мы ее обслужим, попробуем вот сюда вот капнуть изопропанол. А для этого возьмем шприц. И, собственно, изопропанол. Тут, конечно, бы знать точно, с какой стороны капать, но поскольку я не знаю, с какой стороны точно здесь контакты, капну в обе стороны совсем по чуть-чуть. Кстати, аккумулятор лучше снять. Ну все, я думаю, там испарился. Сейчас проверим. Меню. Все супер работает. Идеально. Все, крутилка работает идеально. А всего лишь-то нужна была капелька вот этого чудного средства. Всем спасибо, всем пока.